доказательство того, что на 400-ках родится все. Вот еще остальное. Вот огромные перцы, огромные огурцы китайские, огромные баклажаны. У Надежды Воронцовой 400-ки на даче. В СНТ «Солнышко» она с самого основания. 4 внука также приучены к саду с детства, так как бабушка часто брала их на дачу. Я вырастила 4 внуков здесь, у нас на даче. Все каникулы, они не ездили никуда. Жили у бабушки с дедушкой. А внуки вам помогают? Конечно, они приучены к труду. С 4 лет они владеют рубанком, дрелью. Как вы считаете, пресловутый, что человек дает? Силы, жизнь. Это наша жизнь. Собранные овощи Надежда Воронцова и ее коллеги по СНТ представили на выставке урожая. Помимо овощей, на празднике дачники похвалились фруктами и ягодами с грядок, а также заготовками на зиму. Каждый желающий мог продегустировать экспонаты ярмарки. У нас сегодня день урожая. Это будет теперь некая традиция наших СНТ железнодорожного района. Ежегодно мы хотим его отмечать. Свою продукцию на ярмарке также показали ремесленники садовых некоммерческих товарей из железнодорожного района Ульяновска. А самых активных дачников отметили почетными грамотами. Рената Леулова, Улправда ТВ.